Вот он и стал совершеннолетним, бурый медведь-умка из самарского зоопарка. Это для человека возраст юный. У животных год идет за два. Так что умка уже серьезный мужчина в самом расцвете сил. В среднем медведи живут около 40 лет, так что у умки еще вся жизнь впереди. В спячку, как его дикие сородичи, бурый великан не впадает. Очень уж в зоопарке комфортные условия. Зимой сейчас вот он у нас в полудреме, как медведь-шатун. То есть он сам не спит вот прям, то есть может там сутки, двое проспать, но обычно покушать он всегда встает. В самарский зоопарк умка попал трехмесячным медвежонком. Весил тогда всего 5 килограммов, сейчас уже больше 300. Кормят умку дважды в день. Как и все медведи, он большой сладкоежка. В обычный непраздничный рацион умки входят овощи, фрукты и каши. Чтобы насытиться, медведю в день нужно съедать не меньше 18 килограммов. Характер у зверя миролюбивый, гостям рад, особенно если они несут ему угощение. Вот и в день рождения умка специально проснулся, чтобы полакомиться тортом. Он такой хороший медведь. Главное сейчас, если все звери будут счастливы, и мы тоже. Хоть возраст уже серьезный, умка по-прежнему одинок. Для пары медведей в зоопарке мало места. Поэтому, отметив день рождения в кругу поклонников, Мишка снова отправился на боковую. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».